Ребята, всем привет! С вами обзорщик. На моем канале вы найдете обзоры перспективных блокчейн-проектов, как уже действующих, так и только начинающих, а также обзоры криптовалютных бирж. Сегодня расскажу вам о проекте Deconet, а вернее о рынке Deconet, на котором вы сможете продать либо же купить различные программные обеспечения, либо API. Marketplace Deconet реализован на Mainnet Ethereum, и в этой статье они рассказывают, что это такое, что здесь можно купить, а что здесь можно продать. Смотрите, если вы разработчик какого-то программного обеспечения, да, либо у вас есть какие-то решения API, то вы без проблем можете продать, выставить их на продажу на Marketplace Deconet и продать его за криптовалюту. Если вы, наоборот, хотите приобрести какое-то программное обеспечение, да, либо решение API, то вы также можете сделать это на этой платформе. Покупка и продажа лицензий на блокчейне имеет много преимуществ, включая то, что запись о продаже будет всегда легко доступна, да, через транзакцию эфириума, которая, собственно, и представляет саму продажу. В принципе, все, что вам нужно сделать, это загрузить код и установить цену за лицензию. Точно так же на платформе Marketplace Deconet легко продавать различные API вызовы, да, так как все, что нужно сделать, чтобы его продать, это ввести базовый адрес API, ссылку на документацию и ввести цену за вызов API. Также можно внести будет депозит в эфириумах, да, который будет использоваться, когда вы будете пользоваться этим решением. И смотрите, здесь приводит нам предупреждение, что нужно будет использовать MetaMask для того, чтобы оплачивать сделки, да, вот. И вы должны понимать, как работает сама сеть эфириума, чтобы проводить сделки. Ну, я думаю, все в курсе, да, вот здесь есть ссылка на официальный сайт MetaMask, можно по ней перейти и ознакомиться с ним подробнее, либо установить себе в браузер. Ну, и здесь немножко вводной информации о транзакциях, о работе MetaMask, и вот, чтобы создать свою учетную запись в Marketplace Deconet, да, здесь есть ссылка, я также оставлю в описании, и ссылка, конечно же, на помощь, как пользоваться этим разделом. Вот он сам раздел, я здесь уже зарегистрирован, да, смотрите, все, что здесь представлено, что здесь можно приобрести, какая цена, все здесь есть. Вот, пожалуйста, уже решение готово, можно загружать, покупать, пользоваться, да, и внедрять к себе на платформу. Вот это что касается маркетплейса Deconet, да, вот он уже работает, и такая вот новость о нем вышла 18 августа. С вами был обзорщик, ребята, спасибо за просмотр, всем добра.